было лето. Мы с папой жили на даче. Ко мне приходили подружки. И папа радовался тому, как мы весело играли. И вот однажды подружки не пришли. Я огорчилась. И тогда папа подарил мне золотой мяч. Я знаю 5 имен мальчиков. Александр, 1. Орландо, 2. Фернандо, 3. Тристан, 4. Валентин. Валентин. Говорящий лягушонок? Папин подарок! Я помогу тебе! Ну, лягушонок, ты помнишь условия? Ты вернешь себе человеческий облик, когда девочка впустит тебя в свой дом, и ты будешь есть из ее тарелочки и спать в ее кроватке. Лови! Я верну тебе мяч. Но за это ты должна подружиться со мной. Я буду жить с тобой рядом. Есть рядом. Лягушонок может стать мне другом. Кроватка, тарелочка, домик. Это кто там? Лягушонок. Он достал мне мяч, и я дала слово. Слово все равно, что дело. Как же ты, скажи посмело, обещание не сдержать? Ну, раз его сумела дать. Помнишь, что ты обещала? Не пугай лягушку взглядом, а сажай-ка гостя рядом. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-парам. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам-пам-парам. Парам-пам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам-пам-парам. Парам-пам-пам-пам-пам-пам. Какой-то лягушонок в моей чистой комнатке.
девчонка. Жить рядом, есть рядом, спать рядом. Я знаю, ты не лягушонок. Ты заколдован. Я могу тебе помочь? Валентин? Вот такое было летом.